Чинкватере. Грубо говоря, Чинкватере в переводе на русский язык переводится как «винный путь пяти городов». Земля славится виноградниками, хорошим вином. Все городочки прилеплены к берегу моря. Посмотрите, какая здесь красота. Друзья, я надеюсь, что сие сооружение в представлении не нуждается. Мы в Пизе. Мы специально сейчас снимаем ночную Пизу, ночную подсветку. Быть может быть, не так хорошо вам видно на камере все, что здесь происходит красивого. Но я вас уверяю, те, кто говорят, что в Пизе кроме Пизанской башни смотреть нечего, глубоко заблуждается. Очень симпатичный, приятный, уютный древний городок. Ну и, соответственно, вот эта жемчужинка этого города просто своей красотой, своим как бы необыкновением вдохновляет. Очень рекомендую вам посетить этот чудесный город. Итальянский городок Сиена затерялся где-то в горах Тосканы. Мимо туристических маршрутов лежит, причем, как мы полагаем, очень незаслуженно. Очень уютный, хороший, маленький городочек. Друзья, мы во Флоренции, город достославный, знаменит своими памятниками, архитектурами, многочисленными музеями. Мы стоим прямо перед Уфицией, Уфица была справа, и дальше пошла площадь с выставленными копиями знаменитых скульптур. Могли вы видеть Давида знаменитого, Геракла. Муравейник, туристический оазис Италии. Thank you.
Центральная площадь Флоренции, Думский собор, знаменитая башня, если я не ошибаюсь, Джотти или Джотто, как он правильно, их было два. Здесь происходят все-все церемонии христианского католического мира, место паломников.